В Чебоксарах продолжается чемпионат России по легкой атлетике. Вчера были разыграны первые комплекты наград. Спортсменка Анжелика Сидорова, представляющая Москву и Чувашию, сохранила за собой титул чемпионки России в прыжках с шестом. Действующая чемпионка Европы вышла на старт после всех своих соперниц и с первой же попытки установила недосягаемую высоту для конкуренток – 4,5 метра. По словам легкоатлетки, брать следующую высоту не было никакого смысла из-за отсутствия борьбы. Второе и третье места заняли представительницы Татьяна Швыдкина и Ольга Мулина, выступающие за Брянскую и Белгородскую области. Их результат достаточно скромен – 4,35. Борьба за медали российского первенства продолжится еще два дня. По его окончанию будет сформирован состав сборной России на чемпионат мира в Пекине. У Анжелики Сидоровой есть все шансы побороться за медаль высшей пробы на мировом первенстве.